Доброго времени суток, дамы и господа. Новый месяц, новая торговая лавка. Это значит то, что нужно по новой наполнять полосочку с 1000 поинтов. В этом видео поговорим о том, как быстренько их получить и потратить на это всего лишь 1,5 часа. У меня реально от старта стрима там ушло 1 час и 40 минут с целью того, чтобы сделать полностью всю эту полоску в торговой лавке. Но мы еще отвлеклись на поход на Алисразор в режиме путешествия во времени, поэтому чуть-чуть это заняло времени дольше. Если, наверное, вообще подсуетиться, то сделать можно и за часик. Поехали, давайте глянем полностью мой журнал путешественника и посмотрим, какие были вообще сделаны поручения ради того, чтобы получить замечательнейшие клинки. Да, текущей наградой этого месяца являются одноручные мечи, клинки Элуны. Гнев и Луны и Ярость и Луны. Конечно, намного лучше они выглядят, если их две штучки сразу надеть. Поехали. Журнал путешественника. Значит, что было сделано? При входе в игру мне сразу же было засчитано, что цепочка заданий курорта выполнена. А также были выполнены сюжетные цепочки дополнительных заданий в Лазурном просторе. У меня сделан Хранитель Мудрости, поэтому для меня это, то есть, вообще легко, и оно сразу засчиталось. В целом это приятно. Сразу же получено за счет этого 200 поинтов. Далее была выполнена PvP-шная локалочка. Одно PvP локальное задание, на текущий момент это уточки. В целом делается легко и быстро. Далее убийство World Босса на Драконьих островах. На текущий момент это Лисканот. Киляем его, тоже лутаем поинты. Далее выполняем заказы на предметы. Хоть я и являюсь там кузнецом, инженером высочайшего ранга, могу крафтить хорошие вещицы, я решил схитрить. Я сделал просто заказы с твинка на мейна и таким образом быстренько все сделал. То есть, что можно выслать? Какие-нибудь там инженерные болты, кузнечные какие-нибудь инструменты можно покрафтить. Будучи ювелиром, можно поделать какие-нибудь там пустые клетки для душ. Вообще, даже будучи ювелиром, можно покрафтить для друзей нестабильный элементий. Почему бы и нет? Выполнение заданий, выполнение локальных заданий. Выполнение локальных заданий засчитывается просто в задание. Поэтому можно просто-напросто пойти и выполнить кучу локалок. Таким образом, вы закроете выполнение заданий. И в целом это должно хватать. То есть в целом вы вылутываете целую 1000 и закрываете полоску полностью. Как можно иначе сделать? Можно как вариант просто-напросто поубивать каких-нибудь рейд-боссов, можно еще больше повыполнять локалок ради того, чтобы полутать репутацию, можно поюзать разные баджи, но я их храню под ярмарку, чтобы под бафчиком их все проюзать на других персонажах. Конечно, можно использовать разные способы, но я вот выбрал такие поручения и, сделав их, быстренько, менее чем за 1,5 часа, закрыл полностью месячную полоску. Как-то так. Предлагайте свои варианты, быть может, вы нашли какое-то легкое поручение. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!